Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз. В прошлой серии я устроил тут небольшой пикничок, и как мы можем наблюдать, все мои друзья в дрова, то есть open air удался. Ну, а пока они высыпаются, некоторые из них даже во сне не могут расстаться со своим любимым оружием, я пойду по делам. А куда мне идти, честно говоря, я сейчас не знаю, потому что мне никто не звонил, но, видимо, буковка «С» на радаре намекает, что нам надо идти к Сабалу. Но мне бы сейчас найти бы... Опа. Пападос. Это встреча. Так. Надо бы этого чувака как-нибудь ликвидировать максимально тихо, потому что эти охотники очень мерзкие создания. Их стрелы наносят более сильный... Более сильный, слишком... Косноязычно сказано, наносит больше урона, чем пули, к примеру. Буль-буль-буль, караси. Так, и пригнулись. Тут какое-то оружие, но это, походу, такой же калаш, как у меня. Да. Ну, сука. Ну-ка, может быть, замутить, типа, бесшумного убийства. Красотища. Я еще и получил опыта... Солидно, так. Теперь я очень голоден, потому что на тусовке все мои друзья схавали всю еду, поэтому я как этот, как Бир или как его звали, Бир Гриллс из передачи «Выжить любой ценой». Я сейчас тебе замучу немного еды. Давай. Отлично. Нет, секундочку. Как-то он не хочет лезть в огонь. А так вот. Отлично. А, жареный враг. Это что может быть аппетитнее, но... Блин. Вот я горю, а он нет. Ну, в чем справедливость? Я не знаю, из какого материала он сделан, но ему просто до фонаря. Ладно. Водяра стоит. В принципе, тут... Я, короче, чувак, я пойду сейчас это... Ты никуда не уходи. Я пойду по делам, сейчас приду, и мы пообедаем. Точнее, пообеду я, а ты будешь моим обедом. А мне надо идти к Сабалу. Так. Так, мне нужен транспорт хоть какой-нибудь. Какой-нибудь бы мне, любой вообще, абсолютно. Так, кто это такие? Это свои. Это, видимо, мирные жители. Так, ты случайно не вела рикша? На горбу меня не дотащишь вон туда километров 20, нет? Лентяй гребаный. Так, там, вот, отличный автомобиль. Прекрасная страна, в которой машины просто валяются повсюду, и они никому не нужны. Садись и езжай. Так. Давайте-ка посмотрим на карту. То есть, далеко ли нам до Сабала? Херк. Выполнить задание для Херка. А Сабал-то где? Чё-то я его не вижу. Хадра. Где Сабал? Боже мой. Я ж... А, вот он, вот он. Так. Как мне туда добраться, видимо, вот по этой дороге, аккуратно. Вот. Меня научили пользоваться навигатором, до мест цели нам еще 1000 км. Ой, км, господи, боже мой. Метров, само собой. Прикольно. ГЛОНАСС работает. Музончик довольно-таки бодрый, но однотипный слишком. Я лучше бы... Было бы забавно, если бы я услышал бы речи... Пейганамина. Так, тут сейчас меня будут немножечко убивать. Но я попытаюсь от них оторваться, и мне... Слон! Блин, я мечтаю на слоне это прокатиться, но, знаете, это... Тут не очень благоприятная обстановка. Так, к сожалению, в зеркале заднего вида я вижу какую-то жижу всего лишь, а не отражение реальности. Ну ничего. Я мечтаю, чтобы Пейганамин, как в игре Fallout, бубнил, кошмарил. И вообще у меня к вам вопрос, желали бы вы увидеть на канале, к примеру, прохождение Fallout со всеми его аддонами и прочими модами? Ведь на Fallout, наверное, миллиард модов. Что такое? Где? Какой? А, вот там он. Да и хрен с ним. Это не мое дело, честно говоря, я лейтенант армии. У меня вон Сабал. Сюжет меня волнует больше, чем какие-то лейтенанты. Я же вам не это, не певица этот
Младший лейтенант, парень молодой. Социальное говнуние. Патрули армии короля служат вашей безопасности. Меня просили на канале, чтобы были гонки. Вы можете сейчас врубить какой-нибудь Рондон-Дон. Или Static X, The Only, и будет вам Underground первый. Даже могу спеть. I'm winning, you're losing. Before, 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 before. Ну не очень, конечно, получилось. Слон! Так, секундочку. Ой, сейчас меня будет много убивать. Пизда мне скорее, или нет. Нет, смотрите, я навел шороху. Ну, конечно, собал, нашел место, где прятаться, идиота, кусок. Я в кусок такой... Собал, дружище, где ты есть? Это немного палил, наверное, наше местоположение, или нет? Чё, приуныл, дружище? Ну, так и бывает. Гарпунов набрали полную кучу. И смотрим катсцену. Собал. Победитель вернулся. Теперь повстанцы смогут продолжить свое дело. Мне пришлось сделать трудный выбор. Для Амиты данной важнее жизней. Данные, которые могли и не пригодиться. Выбор был очевиден, брат. Это выбор Махана. Это золотой путь. Дорога, которую указал нам твой отец. Я знал твоего отца. Я уважал его. И принял этот путь. А что тогда насчет Амиты? Пойми, я не отрицаю ее заслуг. Но лидер должен быть один. Иначе не достичь цели. Это слова твоего отца. Тебе надо понять его. И понять нас. Монастырь ждет. Это что у вас там за гей-тусовка намечается, на которую меня не пускают? Собал, мне кажется, я ошибся в выборе. Между тобой и тёлочкой. С тёлочкой у меня было все нормально, мне кажется. Этот культурный обмен. Понятно, в общем, все с тобой, собал. Собал, собал, проникнул другу в анал. Так, где этот квест-то? Ёлы-палы. Церковь. Оно, да. Как тут это сделать? Ну, видимо, навигатор уже работает. Или только это в машине будет делаться, сейчас посмотрим. Так, сажусь в бибикалку. По-моему, мою уже угнали. Вот черти. Разберемся. Сообщение от Министерства связи. Кража в вышке Кирата. Собственность Пейгана Нина. Чего? Пейгана Нина? Это дядюшка Пейган. О. Как ты там, дорогой племяш? Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет? За ЦСКА. Лотос Амиты? Или дерзкая? А, Лотос Амиты. Как он завуалировал слово «пизда». В следующий раз я, когда буду с тёлкой пытаться ее снять, скажу: «Меня манит твой лотос». Спасибо игре Far Cry, она научила. Так, если я его племянник, то получается... Получается, он брат моей матери по игре. Получается так. Интересная, интересная семейная история. Пейган желает пирату только добра. Я заметил, судя по тому пиздецу, который тут происходит. И потому что тут дороги такие ущербные, да. На карте что-то там видно. Ага, вот все ясно. Бля, лаги, лаги, лаги начались, но вот вроде отпускает, так это... Ну, блядь! Да, водилось меня неудачно, но в этой ситуации это даже плюс. Что я этих двух кикнул. Музон просто, блядь, как на параде 9 мая. Между прочим, скоро же 9 мая, 2 месяца, все.
Да, два. Да, два месяца осталось. Так, сейчас главное никто не вляпаться, не разбиться. Так, встретьте Раджу Нейнгалана, что ли, который из Ромы. Так, все. Я прям на ходу. Я вышел на ходу, и даже если здесь пропаду, бегство табу неизвестно кому. Денег ты моих не получишь, Ишак. Так, навыки, давайте-ка что-нибудь прокачаем. У нас есть две этих. Чего? А, нет. Чтобы не качнуть. И нектар рейнджера. Бегайте и плавайте дольше, что-то под водой. Шняга. А это... Ключ к северу. Ну... Давайте это что ли возьмем. Я буду заботиться о своей шкуре. Намита ему помогает. Вместе мы победим. Господи, что это за бичи такие? В следующий раз буду осторожней. Кошмар. Это наушники такие, дружище, или что у тебя? Коровья лепешка на голове. Еще один. Вы же тут семьями живете. Рад встрече, Аджай. Боже мой, какой красивый цветочек. О, манки. Что сухой курите, да, дружище. Так, и мне нужно к Радже. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Банашур, бог богов, создал мир песни. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Спасибо. Совершить паломничество. Куда? Куда мне идти? Где я ваша эта пахарма-чарма? Видимо, вот это место. Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Ага. Так, карма моя прокачивается. И что дальше? Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очистить задуманных мыслей. Да иди от меня, я тут в барабаны хочу барабанить. Неуловимо, как ароматный дым благовоний. Рамштайн. Жизнь без эмоций ничто. Но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Ничего себе, что я творю. Это довольно-таки любопытное действие я совершаю. Палки тыкаю. Непонятно вообще, почему так моя горит, а не просто. Здесь. Положите подношение. Почему наш герой не может здесь прыгать? Стесняется боженьки своего. Нихуя себе, я вам скажу. Судя по этим, фрескам, как это можно назвать, эта тёлка бога не стеснялась. Привет, Аджай! И лотус, мне кажется, у неё было ещё даже ничего. Ну, допустим. Чё, всё, что ли? Я прошел. Сабал тебя ценит. Нет. Просил, чтобы тебе позволили увидеть. Великий демон Елу. Суки! Даже не думай, только тронь, я тебя выебу в глаз. Которую мы убьем, насытит. Вы что, твари, делаете, а? Да. Сука, где мое оружие? Твари, я ваш храм ебучий сожгу. Сука, зверей убивают невинных ни за что вообще. Ах ты, вонючий дерьмоед. Суки, да вы все психи. Вот не зря вы очки надели, вы по-любому торчки, у вас там глаза красные. Мы говорим с духом. Скоро будешь с милицией разбирать, идиота, кусок. Вдохновлял других своими делами. Суки. Обдумай то, что ты видел. Нет, бараш, живи. Сука, я вас всех убью, если честно. Пойду дяде Пейгану жаловаться. И что мне дальше делать-то, я не пойму.
если быть серьезным-то. Что я должен делать сейчас в этой игре? Не знаю. Видимо, свалить из этого ужаса, потому что находиться в месте, где так вот обращаются с бедными зверьками, это не для меня. Это не мое. Ну вот, я же сказал, у вас будет проблем. Вы что, суки, делаете? Я что, один должен вашу эту вонючку, ваши клоповник защищать? Охренеть вы придумали. Они ломают статуи! Им нужен... А сдохни, ёлопал. Статуи надо спасать. Я вашего вонючего бога топил. Конечно, я не разделяю взглядов этой организации, но выхода нет. Ай, убивают. Горло зарежу, брат, да. Что, все, я справился, надеюсь, да? А, еще одна что-то. Ну, блин, какие вы зануды, слушайте. Калаш такой говно, если честно. Он убивает он слабо, блин. Напали на монахов! К дверям! Да пошли вы, монахи! Вон, как косу, блядь, так вы первый. Ну так попробуй как человечка-то завалить разочек-то. Храбрец херов. Напали на монахов. Я скоро на них сам нападу, они... Ну, откровенно говоря, между нами так хуесос эти монахи. Они убили барана. Я их предупреждал, что дядя Пейга с этим будут разбираться. Станист ебаный. Да вы что, охуели, что ли? Я... Почему я один с ним сражаюсь? Я все понимаю, я ваш герой, но, блядь, против вертолета не попрешь. Кого мне еще надо мочкануть-то, чтобы вы успокоились-то? Блядь, мне бить костры в этой игре просто. Блядь, ну и зачем она мне? Да нахуй не надо. Вот эти С4. Я вообще ни к чему, если честно. Мины ни к чему. Лети отсюда, лепешка. Опять, да что ж ты будешь делать-то? Враг заказывает бомбу. Опа, политушки. Я тебя закопаю. Это тот ты с такими выводами спеши. Они пытаются взорвать двери! Да и нормально на самом деле, нормально, я за. Убить тебя будет просто. Ну, пока что у вас не сильно получается, дорогие мои. Блять. Сопротивленцы. Конечно же. И опять, да блин, геймплей просто поражает разнообразием, блять. Я такое видел, наверное, на Денди последний раз. Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Бегаешь, как ебалай. Если сейчас я побегу обратно, это будет просто такая чушь, если честно. Настоящий герой. Пока эти дерьмоеды. Солдаты напали на то с оружием. Нужна подмога. Может быть, вы сами что-нибудь сделаете полезное? Вместо того, как вонючие сыкуны отсиживаться. Ты
Беги, сука! Нет, только не вздыхай! Ой, так, есть, отлично. Отлично, отлично. Конечно, здорово, я сейчас немного прокачиваюсь, конечно, но разнообразие миссии просто поражает воображение. То есть, вот реально, смотрите, запарились. Вот, пусть герой бегает туда-сюда. Туда, блядь, сюда. Как ебалай, на дворе. А теперь обратно. Как будто я аутист, блядь. Я не знаю, или ДЦПшник. Миссию этих сатанистов вручать. Просто кошмар. Надеюсь, на этом мы завершим эту миссию. Как-то мне не весело одно и то же выполнять. О, и вы открыли дверь. Ну, просто красавчики. Помните, вот что бывает, когда люди забывают богов. Аджай. Вот ты, мудила с автоматом, хули ты свой храм не защищал? Почему я, какой-то чувак, который сюда пришел первый раз... Я просто в шоке. Я просто в шоке. Сабал, армия хотела занять монастырь, я помешал. Да храни тебя, Кира, брат. Монастырь слишком важен для города, для его жителей. Твой отец это понимал. Ему бы пригодились такие люди, как ты. Вот не зря я только что подобрал дозу героина, потому что после такой вот наркомании мне именно доза героина единственное, что меня может успокоить. Это граффити, у меня даже есть типа местного гетто нигерского, а где... сами нигазы. В общем. На этом, наверное, серию закончу. Что ж ты будешь делать-то? Просто кошмар. Или не закончу. Или закончу. Видите, куда я почему он скроется. А это тоже интересно. Я сделал это, мазафакеры. Там, по-моему, еще один. Ну, щенок, я за тобой. Где? Кого? Когда? Зачем? Да уж. Короче, сразу эти документы, сами разберетесь. Куда? Какие документы? Я так не пойму. Я же вас завалил. Я что, должен еще труп обыскивать? А, блядь. Там. Короче, в жопу водила из меня, говорю, не очень. Особенно на пересеченной местности. Уйди с дороги, мама! Я его не вижу, если честно. Вот курьера. Я лучше буду трюкачить, это вот мое призвание. Давай, разгоняемся. Сука, где тут какая-нибудь горочка повыше, чтобы... О-о-о! Я просто супер. Так, я всегда мечтал на этой ебале полетать. Запуск. Я как Карлсон теперь. Так, где мой малыш? Ой, страшно-то как. О-о-о! Куда я так вот лечу? Давайте посмотрим на карте, что мы имеем вообще тут. Колокольня. Лонгин. Ой, нет, я сейчас разобьюсь насмерть, нет! Ну, я был прав насчет смерти, если честно. Сейчас посмотрим, где мы там заквиксейвились. Где там был чекпоинт. И теперь более серьезно отнесемся к тому, что происходит. Господи, боже мой. Нет, я устал от этого всего того, что тут происходит. На этом я точно серию заканчиваю. Сейчас пущу хмурого по вене и до свидос. Я уйду в астрал. В общем, всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз. Ставьте лайк под видео, если оно вам понравилось. Не болейте. Вступайте в мой паблик, ссылка в описании, и всяческих вам благ, до свидания.